Видеодневники – это такой маленький эксперимент. Все как есть. Мы очень стремимся сделать на альбоме живое звучание, настоящее. Очень заморачиваемся по этому поводу. То есть, есть ли кайф в движении, есть ли кайф в звуке, и ты постоянно должен принимать решения. Это подходит, это не подходит. Ты не можешь сказать, что вот и это хорошо, и то хорошо, а что ты оставишь в итоге? А где студия? Марк, проснись, ты серишь. Вот. Стопла собрали, блин. Вот тебе и вагоны не надо. Послушайте этот альбом. Послушайте. Я сам очень не люблю что-то слушать реально в последнее время. Чтобы что-то послушать, это же надо вникнуть. Начинаешь вникать в тонкости и понимаешь, здорово, тебе подарили сказку. Тебе подарили такую интересную сказку. И мы тоже очень хотим подарить вам сказку. Альбом будет называться